Нашло. Всем доброго времени суток, с вами Angry Wolf, и сегодня мы играем в игру Inturnus. И с нами играет Сумрак. Привет! Нам посоветовал эту игру Сумрак. Сумрак, давай объясняй, что нам ты делать. Объяснять, а вы... или куда нам идти? Ты ко мне подключился, да, или что? Нет, а что делать надо, как подключаться? Там в начале плей, ты чего? На плей продолжает. А туториал? Нет, какой туториал, там что-то тур... Бля, сейчас надо еще вспомнить, сука. Я играл... Плеер? Да, по-моему, все full player. Там пишут, там пишут. Стой, блядь. Ай, надо, блядь, самому смотреть, я что помню, что ли. И вводишь мой хвост. Нажимаем, и у нас загрузочка. Всю прайс, так, 90 и завис, да, вот все. Так, попьем хвост. Сука, там... Ну чё, я офнулся, и чё, куда? Там не оф, ты офнулся. Да хрен его знает, здесь какая-то жопа. А в чем? Это Майнкрафт. Это Майнкрафт. Облака квадраты, все когда-то. Подожди, вокруг меня речка или это озеро. И этот. Нет, это море, скорее всего. Да, море подающее океану. И тюрьма, что ли, забор, короче, огроменный. А забор можно ломать? Как ломать? Здесь никак не ломаешь, еще жизнь сможешь сломать все. А оружие дали? Нет. Тут нас сломал. Земли нельзя копать. Блять, Паш, тут все уже сделано. Тут... Зомби! А как зомби убить? Убить его так, тупо? Лопами тупо бить. А я его убью или сдохну? Если ты его убьешь, его толкну. Боже, а ты далеко от меня? Я не знаю, где ты, я вообще у моста. Я убил, вообще... а почему мне ничего не дали за это? Я у какого-то моста, где сука. А почему у нас зомби это повар? Ну ладно. У меня зомби вообще военный. Я всегда знал, слышишь? Я всегда знал, что он надо. Повара школьные, это зомби. Так, я в тюрьме, вот тут тачка какие-то. А в тачку можно сесть? Да. На Е? На Е, по-моему, или на F, на F, по-моему. Давайте, дорогие друзья. Ну, вообще сейчас застилят. Аэропорт, во, это не это, аэропорт. Не тюрьма, аэропорт, это не тюрьма. А я не знаю, где ты, я хуй... Я у аэропорта, а если самолет могу взять? Наверное, не в курсе. Я вообще до аэропорта ни разу не добирался. Я в гору... Я в гору поднимаюсь, что ты мне тут рассказываешь. Я по-моему вклике... Солдат! Там солдат! Ай! Ни хрена тут зомбарей! Лучше бы я свалил. Во, самолет! Самолет! А это самолет, это говно какое-то. Эй, а почему... А, вот этот самолет, да, дорогие друзья. Ты сегодня разбитый. Джигурда! Джигурда! Я что не закажу подписчикам? Ааа, я нашел, где ты. Я нашел. Скажи что-нибудь подписчикам. Что я могу сказать? Подписывайтесь, суки. Да. Что-нибудь, короче, у нас группа открылась новая. Да я не ем, не а почему нельзя сесть в самолет? Нельзя в него сесть. Я не сел в самолет, почему бы меня не просветился. Ну что ж, ты еще... У нас в ВКАП, я в курсе, в ВКАП открыл группу. Там 50 человек, да, 52. Круто. Это знаешь как? Админ не будет ругать свою группу. Вот. И... Ну и все. С этого рекламу хватит. Ладно, погнали. Не знаю, вроде... Облаков только много. Слушай, а какой-то жопе, какая-то тропинка, какой-то лес. Я не знаю, я вроде бы нашел, хоть ты говоришь про какую-то тюрьму, я вроде туда бегу. Это не тюрьма, это аэропорт был. Ну, вроде бы аэропорт, но тут такое здание. Я вначале еще аэропорт, это я сейчас купил. Это, блин, я на какой-то дороге, я не знаю, это тачки. Блин, надо было тачку брать. Я по песочной дороге. О, я что-то нашел, подожди. Розовая тачка! Я медведя нашел! Я оленя нашел! Я нашел оленя. Как приближать? Тут можно приблизить? Нет, только есть с оружием. Ведь тебе не мой. О, тут тачка дымит. Пыхает. Красная, что ли, машина дымит? Розовая. А я в город какой-то приперс. А, по-моему, это ряд. А, у кого-то... А может, а тут выжившие есть? Может, у кого-то тачка сломалась? Выжившие, они тут пыхают. Палатка какая-то... А, это дома... Еще аэропорту! Энгрик. Вот а тут а фото аэропорт. Тут фото аэропорт. Я тут... сел в тачку. Тут да, бежит. Я, короче, на тропинке, а тут карта есть? А? Нет, по-моему, или есть. Тут зло военные какие-то. Тут машины перевернутся. Тут под камень. А куда розовые тачки? А куда розовые
Миш, алло. Я бы сам... Я вижу, что... А, мне 10 бегу, ой, нифига это. Блин, Анзар, у меня 10% секунд. Можно бежать скорее, по глазам. Почитай. Я почти у самолета, тут какой-то синенький самолетик. Да, я знаю, у него синий сидят. Блин, он сломан, потому что... Могу я тоже, и меня сзади убили. Я еще живой, слава богу. О, где тут все? А есть корабль? Да, только можно... Я помню, я не помню, где он, но я знаю. А здесь есть вообще еда, как... Да, вода здесь есть, здесь все. Нужно найти кирку или что-то такое, что-то мне потом. Блин, у меня 3% бензина, я не хочу, блин, короче, теперь пока... О, тут сигнал, блин. Я не помню, как сигнал. Ой. Чё, пик поймал, что ли? Езжай скорее, я нашёл этот канистру, короче. Чёрт! Нет! Я, конечно, с бензином. Нет, у меня бензин кончился. Давай, я вельше немного силы физики, но... Ты помнишь, где я хотел? Я до чего-то, подожди, до чего-то доехал, это что за говно? Там какая-то база, а, это аэропорт, а, нет, это не аэропорт. Короче, я немного не дошел до города, вау, ты гор, прям. А я как бомж в мусорке здесь лазил. Вот, ползать можно. А за пошлую мысль, пошлую мысль. Иди. Такая в голове, и в голову пошла, мысль, что можно. Вау, что такое? Лаундри. А, продажа. Ого, стиральная машинка. О, тачка, тачка на прокачку. Быстрей. Грузовичок. Клоуэс. Извиняюсь за свой английский ненавидимый язык. Блин, давай, погнали. Погнали. Тачка, тачка. Нет, сейчас тачка. Я сейчас пизай. 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 О, скоро помощь. Тачка, пачка. Вот повышение доллара. За мной бегут. Блин, я так перевелся, физики нету. Все хочу в жопу в этот город. Вот, пусть назад можно смотреть, за ним видно. Тачка. Я знаю, но не помню как. Так, давай, говори где. Да, блин, 11%. Я сейчас умру! Все, меня крутят! Я, короче, в этом, да, я прицел нашел. Не все, я сейчас пойду. Я разобью сейчас! О, этот, по, это как его? Я хвост сломал, сука! Нет, я... Тут два красных креста таких, ну эти палатки. Ой, тут трасса какая-то закрытая, в другой город. Я кость себе сломал, ты издеваешься. Вот, вот. Нет, я там был не дал. 6%. Нет! О, радиоактивный. А, это моё. Слушай, мне надо по трассе выехать. Всё, тогда я тоже пойду брать моё. О, моряк! А, моряк. Так, дорогие ты... друзья, мы нужно какой-то город. Я нашел, слышишь, это аэропорт, что ли? Дай! Слышь? Или тюрьма это? Это тюрьма или аэропорт? Нет, тюрьма, а? Я могу тебе сказать... Я тюрьму нашел. Я могу тебе сказать одно, я сажусь... Это канат, дай! Я так еду на машине красной. 18%. Я канатскую херню, а, это посольство. Наш военный. А это военная база, все, до меня дошло. Да блин, а почему я не сяду? У меня там 0% скажу. Танк! Какой здесь я на танк сяду? Вам всем жопа будет. Это, знаешь, учебный лагерь военный. Армия. Это армия, мать твою. Охренеть! БМП, дорогие друзья! Да, я хочу сказать. Ну и 8% У меня 15%. Бензинчик. Ищи военный лагерь, короче. Я еду по дороге еще. Блин, вообще не удобно. Я не знаю. Что? У меня бронированная тачка, сейчас я вечно могу париться. Ну да. Черт, а как уезжать? Я могу тебе сказать одно о каком-то городе, не знаю куда ехать. Все, тачка. Там еще птица такая, да? Ай, фа. Птица, кстати. Пауэр, пауэр, зомби пауэр, су! У меня пауэр взял. А тут автомат можно найти вообще? Тут пистолет, автомат, дробовик, чё ещё? Блин, а вертолёта нет, вертолёт есть. Площадка? А вертолёт нет. А что тут, ну, есть разные
Го, сейчас новый сервак я придумал. Сейчас ко мне подключишь Ctrl-C, Shift. Короче, давайте на это закончим. Первый взгляд. Да, ну, сейчас будет второй взгляд. Вау! Подожди, тут выход есть. Тут есть выход! Это выход! У меня криптоценты и все. И на этом, наверное, закончим. Сейчас спасибо за просмотр, ставь пальцы вверх. И пока! Я тебе скину. Вот, вот уезжаешь. Я просто хочешь прикол. Я выскочил. Хочешь прикол? Я себя, короче.